номер 15 на Мафите Ольга Трухина. Номер 24 на Оренбургской. Оренбургской надежды, да. Оренбургской, совершенно верно. Трехочковый заход и точно. Три очка и Туфания Принц приносит копилку Динамо 9-6. Это Дешилц, у нее 4 очка. И Шандрин Груды тоже те же самые 4 очка. Груда. Шандрин Груда с мячом. Блокшот от Видмир. Вновь мяч у Груды. Прекрасно. Да. Еще и перехват. Быстрая передача, быстрая атака. Кириллова. Теперь правильный заслон ставит Наталья Анойкина. Ника Барич. Совсем чуть-чуть остается на атаку. Засчитают эти два очка. Вновь с мячом Барич. Эпифания Принц. Передача под кольцом Анойкина. И два очка. Замечательная атака. Отличная комбинация. А уже лидирует Фамил. А уже лидирует Фамил, да. 19-18 на подборе. Трехочковый от Барич. Замечательно. Итальянки максимально. А, не это... получится. Прекрасный перехват Татьяны. Отличный скрытая перехват. Передача. Банер под кольцом. Да, увы. Да! 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 Этот мяч должны засчитать. Да, судья показывает, что мяч засчитан. Артак Саргас здорово сыграла. Поборолась. Передача на пив. Отличное обманное движение. И вот эти три очка. Точно! Вот. Это то, чего все ждали. С мячом Динамо. Ника Барыч. Проход под кольцо. И наконец-то свои два очка в четвертой четверти.